Вот мы и добрались до опушки леса. Здесь мы встретим Силидан, разбойницу, которая проводит нас дальше. Рад, что мы справились. Путник, хочу сказать тебе кое-что, пока у нас есть время. Пока мы делали квест, кажется, я сильно увлеклась тобой. Нет, даже не так. У меня есть чувства к тебе. Очень сильные чувства. Чего? Знаешь, я тоже заметил химию между вами. Я никогда не чувствовала себя так комфортно с кем бы то ни было. Наши истории и разговоры у костра кое-что значат. Не помню, чтобы он сказал хоть слово за все время. После всего, что мы пережили, я чувствую, что знаю тебя. А ты? Ты знаешь меня. А я надеялся, что мы просто выпьем кофе. Я хочу, чтобы мы были вместе. Я разочарован. Ты прав. Несправедливо с моей стороны просить тебя об этом. Но это сильнее меня. Да что происходит? Я чувствую себя в безопасности рядом с тобой. Это любовь? Определенно любовь. Я думаю, это она. Слава богу, наш провожатый здесь. Путники, нам нужно спешить, эти окрестности кишат. Вау. За всю мою жизнь меня никогда так не тянуло к человеку, как здесь, в этот момент, прямо сейчас. Чего? Займемся любовью. Да он же ничего не делает! Я думала, ты мой. А я твоя. Ты прав. После всего, через что мы прошли, ты слишком героический для одной женщины. Возможно, этого приключения хватит для нас двоих. Ну, могу уверенно сказать, что хватит. Да вы издеваетесь! По крайней мере, ты все еще со мной. Каков герой!